Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим простой весенний салатик для ежедневного приготовления. 3 яйца нарезаем небольшими кусочками, отправляем в глубокую емкость. Пятьсот грамм редиса нарезаем тонкими кольцами. Два крупных свежих огурца нарезаем небольшими кусочками. Один крупный пучок зеленого лука. Добавляем соль по вкусу, черный перец по вкусу, заправляем все сметаной. Такой салат обычно готовят в небольших количествах перед подачей на стол, так как в нем очень много сока. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус и до новых встреч!